Всем привет! У микрофона Стрейтер, и сегодня мы поговорим на очень интересную тему. В каждом ролике говорю одно и то же, блин, надо... Ладно, ничего не буду менять, стабильность — залог успеха, ведь так? Ну так вот, о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Вот вышло недавно обновление, да? И ребаланс, ну и нахуй левиков. Maybe ты не заходил 15 числа и вообще ничего не понимаешь, вот смотри. Почему я не могу нахуй выговорить, все нормально? Смотри, что они сделали. Они поставили ограничения на каждый вид вооружения, да? Вот я сейчас попытаюсь поставить два тифона на мой крафт, да? Они потребляют 12 энергии. Потом я пытаюсь поставить сраный судью, и мне пишут такое диалоговое окно. Типа, слишком много деталей одного типа, вот если поставишь больше, плати их с 2 энергии. Зачем? Вот мы поставили судью, да, он жрет 10 энергии, следующий тоже 10 энергии жрет, и следующий тоже 10 энергии жрет. Хуета. Я в принципе догадываюсь, зачем это все сделали. Блин, разработчики, наверное, думают: ой, давайте мы снесем энергию и понерфим нахуй сборки на триггерах. Ну там не только на триггерах, там еще на чертах, на малышах. Короче, везде, где использовался кокпит с ускорами. И вот много-много раз повторялось какое-то одно вооружение. Ускоры тоже понерфили. Но триггеры и черты были основной такой метой. И вот на них вот такие богатенькие дяденьки катались. А вот сейчас ставишь вот 4 триггера, и 2 из них... А, тут, блядь, 5. И после прохода 12 энергии, все то последующее вооружение одного типа будет требовать в 2 раза больше энергии. Это просто жопа. Давай залезем на выставку, посмотрим... такого черта, я более чем уверен, что им будет и сейчас, но как для примера он пойдет. Смотри, у нас некоторые пулеметы просто выключены. Некоторые пулеметы, вот, например, искра пулемет, они вообще не работают. Они выключены, потому что у них нету энергии. Спросишь, как это все повлияло? Да блин, все очень просто. Сейчас вся выставка просто стала не нужна. Вот все те влевики, которые загружали до этого, они все не нужны. Их надо перестраивать, думать, какие новые меты придумывать. Зачем так делают разработчики, я не знаю. Хотя нет, знаю, они хотят вытащить из нашего кармана побольше золотых. И ведь это все делается ради доната? Я думаю, да. Понерфим левиков, люди будут больше покупать донатных наборов, потому что у них не будет хватать на разные типы вооружения, ведь построить левика на разных типах вооружения намного дороже, чем ты, например, поставишь 12 триггеров и пойдешь кататься на кокпите. Давай сделаем маленький вывод, то что разработчики не в ту степь забрели, неправильно нерфят левиафанов. Вообще зачем их нерфить? Люди сделали прекрасные сборки. Ну хотя, какая им разница? Ну а что ты думаешь об этом? Напиши обязательно свой царский комментарий. Я их все читаю, отвечаю. Если ты не подписан, подпишись на мой каналчик. Я буду очень рад. Давайте добьем 2000 подписчиков и будет... Заебись! Четко. А тебя, мой друг, я благодарю, что ты досмотрел до этого момента. Не болей и до новых встреч.